Всем привет! Время сегодняшнего обзора мы с вами посвятим киноленте «Орел или решка» 1978 года выпуска. Жанр – приключенческая комедия. Место действия – Майами, штат Флорида. Неплохая локация для приключений, согласитесь. Действующие лица – Терренс Хилл и Бад Спенсер. Данная лента является их 12-й совместной работой в кино и считается фанатами этого кинодуэта одной из удачных. Ленту поставил итальянский режиссер Серджо Корбуччи, мастер жанра вестерн. Достаточно упомянуть, что именно он снял картину «Джанго» с участием Франко Неро. Не избегал сеньор Корбуччи и комедий. Практически все видели его работы, например, «Блеф» с Челентано и «Сеньор Робинзон» с Пауло Виладжо в главной роли. Как и Серджо Корбуччи, актеры Хилл и Спенсер имеют отношение к куче классических золотых спагетти-вестернов. Спагетти значит «снятых итальянцами». И коль не пришлось поработать им с Корбуччи вместе, играя ковбоев, продюсер решил свести этих трех культовых кинодеятелей для работы в комедии. Это и вправду весьма забавный фильм, где Терренс Хилл и Бад Спенсер выдают себя за игроков в карты в солнечном Майами. Попутно показывается, насколько тесно завязан мир ставок с мафией. Преступность в Майами – это, конечно, отдельная тема. Город Майами – это своеобразная американская Касабланка. Город расслоен, как экономический социальный бутерброд. Просто невероятное количество беженцев из Центральной Америки и Кубы. А в качестве короны этого рая – наркоторговля. А уж спутники наркоторговли – это отмывание денег, ростовщики, адвокаты, защищающие контрабандистов. Вот как раз этой нечисти и противостоят наши герои. Если бы жанр был суровый, а кино более серьезным, то нас ожидали бы реки крови посреди неоновых вывесок города с белыми песчаными пляжами и пальмами. Но, скорее всего, и Корбуччи, и Терренс с Бадом все это оставили во временах Дикого Запада. И перед нами чистая развлекаловка с только позитивными эмоциями. В этом фильме даже мафия показана глупой и идиотской. Кстати, в прессе давно уже муссируется слух, что Майами у макаронников практически уже отжали толстолобики в кожанках из стран СНГ. Еще бы, все бабки с наших многострадальных стран стекаются туда, как и сами авторы дурацких законов, которые нам впаривают. Ну да ладно, продолжим. Сюжет ленты построен вокруг двух братьев, которые волею судьбы и во имя приказа военно-морских сил США объединяются для противостояния мафиозным структурам. Задача – выбить зубы чересчур зубастым мафиозам и восстановить баланс сил добра и зла на побережье Атлантического океана. Задачка непростая, но комедийный стержень оставляет массу ходов для реализации этой идеи. Один из братьев состоит в военном флоте дяди Сэма, второй – бывалый дальнобой с полукриминальным прошлым, без опыта которого вся операция по нейтрализации мафиозной группировки под срывом. А поскольку дальнобой ничего не желает знать и слышать о своем брате, которого объединяет с ним лишь отец, то герою Терренса Хилла придется пойти на кучу хитростей, чтобы вовлечь братца дальнобоя в эту игру. Кстати, игра актеров строится на беспроигрышной концепции разности их характеров. Они отличаются абсолютно во всем. Герой Терренса Хилла – веселый, поджарый, правильный до мозга костей, служит на флоте. Герой же Бада Спенсера – громила-водитель, грузный, ворчливый и живущий в своем мире. Грузовик, дорога и старые связи. У братьев, конечно, есть общая черта – доводить начатое до конца. В ленте много забавных моментов. Обыгрывается хитроумность Терренса над нерасторопностью Бада. Но всем противоречиям приходит конец, когда дело доходит до отчаянного мордобоя. Хочу отметить, что к дракам эти актеры подходили весьма щепетильно. Бад Спенсер лично ставил поединки практически во всех лентах. Ведь поскольку дуэт давно уже стал товарной маркой, то и драки должны были быть фирменными. Именно поэтому из фильма в фильм кочуют одни и те же фирменные приемчики, оплеухи здоровенной ладонью и удары кулаком сверху по голове. Вроде смешно, но если вдуматься, в реале получить по голове от такого громилы черепно-мозговая травма обеспечена.
Несмотря на разбитые лица и разлетающихся, словно костяшки домино, бойцов мафии, в ленте насилия нет как такового, ни капли крови. Этим и замечательны приключенческие ленты такой направленности. По большому счету, внимательные зрители заметят постоянное участие одних и тех же актеров в лентах с участием Хилла и Спенсера. Все они по большей части каскадеры, а поскольку почти все фильмы дуэта наполнены трюками и драками, то участие подготовленных людей просто необходимо. В кинофильме запечатлены отличные виды Майами с ее пляжами, дорогами и болотами. Свой прошлый фильм «Борцы с преступностью» дуэт снимал также в Майами. Да и последующие ленты «Всегда готовы» и «Суперполицейские из Майами» сняты также в этом городе. Наверное, Остап Бендер говорил именно про это побережье. Имеется в виду его фраза: «Заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается». В ленте большой ассоциативный ряд, связанный с обширным миром игр и ставок. Гонки автомобилей, скачки, гонки моторных лодок и даже такая экзотическая игра, как пилотари. Подобные фильмы про американский образ жизни очень часто крутят в Европе. Но эти ленты практически неизвестны на территории самих Соединенных Штатов. В Европе киноленту приняли на ура, и в 1979 году на фестивале «Золотой экран» картине вручили награду, наряду с такими лентами, как «Супермен» и «Близкие контакты третьей степени». В фильме, как всегда, очень крутое по тем меркам музыкальное сопровождение от гуру диско Гуидо и Маурицио де Анджелес. Диско-композиции из этой ленты исполняются до сих пор на многих концертах малоизвестными группами. Эту ленту я бы порекомендовал поклонникам как Терренса Хилла, так и Бада Спенсера. Также это одна из удачных постановок Серджо Корбуччи. Кинофильм порадует олдскульными приключениями и хорошими веселыми драками. Юмор здесь среднего уровня. Не пошлый, но уже, конечно, немного наивный. В любом случае, эта лента навсегда останется классикой комедийного боевика. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи!